В этом году аграрии региона собрали более 5 миллионов тонн зерна. Пшеница экспортируется в порядка 30 стран. 3 миллиона тонн уходит за пределы страны. В юбилейном мероприятии приняли участие ветераны труда. В течение 20 лет наша инспекция проводит немало работ. В этом году уже 3 года, как я вышел на пенсию. В этой сфере я проработал 10,5 лет. Сейчас пришло время молодежи, времена меняются, но наша инспекция по-прежнему продолжает свою работу. В рамках торжественного мероприятия заместитель акима Акмолинской области Галмжан Абдыкалыков поздравил сотрудников территориальной инспекции. Им были вручены нагрудные знаки «Отличник сельского хозяйства» Енбек Данка. Были вручены почетные грамоты Министерства сельского хозяйства и благодарственные письма акима Акмолинской области. Территориальная инспекция, кроме этого, оказывает поддержку агропромышленному сектору нашего района, и не только нашего района, но и нашей области. Я работаю в территориальной инспекции порядка уже 10 лет. В течение 10 лет в инспекции прошли колоссальные изменения. Это мы сейчас оказываем государственные услуги посредством электронных программ, работаем с правительством для граждан. Также, кроме этого, наши инспекторы по карантину растений на сегодняшний день оснащены всем необходимым оборудованием. В текущем году на развитие растениеводства в Акмолинской области выделено более 11 миллиардов тенге субсидий. Нынешняя задача территориальной инспекции – активно трудиться и достигать высоких результатов. Нурсултан Ибраев, Айгуль Мырзагалихасов, Павел Соловьев, Жахангер Мукамбетов, Кокши Ахпарат.